чем отличие тяжких и особо тяжких преступлений от остальных? В том, что они, как правило, сопряжены с насилием над пострадавшими. Это преступление против личности, против всего того, что можно считать главными нравственными скрепами современного общества. Именно поэтому работа сотрудников Следственного комитета чрезвычайно важна. В Одинцовском отделе регионального управления Следственного комитета России работают юристы самой высокой квалификации. В нашем районе коллектив относительно молодой. Есть, конечно, опытные следователи, которые составляют костяк коллектива и помогают совершенствоваться молодым следователям. Да, в целом, довольно серьезный отбор при назначении на должность проходят следователи. Это и образовательный ценз, и возрастной, и вообще проверки всевозможные. Квалификация сотрудников отдела позволяет им быстро и профессионально решать практически все поставленные задачи. При этом коллектив подразделения невелик, всего 15 человек. Среди них есть и представительницы прекрасного пола, которые справляются со своей работой ничуть не хуже коллег-мужчин. За год Одинцовский отдел расследует около 200 наиболее тяжких и сложных преступлений. Их раскрытие требует от каждого специалиста полной самоотдачи. Хотелось бы поздравить всех своих коллег с праздником. Следователи едят свой хлеб не просто так. Это и ночные выезды, ночная работа. При необходимости они готовы работать без выходных, не считаясь личным временем. Главным в работе следственного отдела по городу Одинцово в 2018 году должны стать дальнейшее повышение качества расследования уголовных дел и повышение уровня доверия со стороны граждан, обратившихся за помощью. Петр Горохов, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».